В 2024 году, как и в предыдущие годы, в Самаре организовали масштабную дорожную ремонтную кампанию. В частности, только на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 36 объектов улично-дорожной сети. Это дороги местного значения общей протяженностью более 45 километров. Все работы приняты, работы выполнены с должным качеством. Специалисты из технадзора также все проверили, также проведена была лабораторная экспертиза всех дорог, поэтому все подрядчики с поставленной задачей справились. Замечания все же были, но незначительные, заверяет Сергей Панферов. Подрядчики устраняли недочеты, справляясь в установленные сроки. Сейчас участки находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, что в рамках реализации профильного нацпроекта в текущем году трудились две подрядные организации, которых определили по результатам проведения конкурсных процедур. Из общего количества дорожных объектов три отремонтировали комплексно, от фасада до фасада. Такой подход реализован на улицах Куйбышева, Елизарова, Чернореченской. Причем на улице Чернореченской, в границах улиц Владимирской и Спортивной, сначала переустроили все инженерные сети. А кроме работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в рамках другого нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрели комплексное благоустройство бульвара возле здания бывшего кинотеатра «Россия», где сейчас проводится реконструкция. После ее окончания здесь разместится молодежный драматический театр «Мастерская». В исторической части Самары, на улице Куйбышева, от улицы Венцика до улицы Вилоновской, комплексный ремонт выполнен в стилистике старого города. Новые урны и ограждения с чугунными элементами под стать опорам освещения и фонарям, которые появились здесь в 2021 году. В 2024 году на улице Куйбышева реализована и новая концепция озеленения. Жизнеспособные деревья пересадили на соседние улицы, провели работы по сносу аварийных насаждений, вместо которых высадили молодые липы, 94 саженца, а также несколько тысяч кустов кизильника. На улице Елизарова от улицы Победы до проспекта Металлургов в числе выполненных работ устройство асфальтобетонного покрытия на площади порядка 10,5 тысяч квадратных метров, из которых 600 – это парковочные пространства. Дополнительно они были сделаны возле детского сада и военкомата. В этом же районе находится большое количество других значимых объектов социальной инфраструктуры. Здесь больше ездят люди, те, кто работает на заводе. Прогресс, авиационный завод, гидроавтоматика. До ремонта она была ужасная, ездить было невозможно, очень трудно. Все автолюбители расстраивались, мягко говоря, считая эти ямы. Вот, надеемся, что дорога будет прочная, долговечная. На остальных дорогах, либо на всем протяжении улиц, работали методом больших карт. Дорожное полотно обновили по всей ширине проезжих частей с предварительной заменой люков смотровых и дождеприемных колодцев и их выставлением на проектные высотные отметки, вровень с новым асфальтобетонным покрытием. Там, где это было необходимо, произвели усиленный ремонт, привели в порядок бортовой камень, тротуары. В локациях, где основание дороги было разрушено, его укрепили. Также работали на перекрестках, через которые проходят трамвайные пути. Уложено покрытие межрельсового пространства. Благодаря рациональному распределению финансирования в этом году удалось отремонтировать гораздо больше пешеходных зон, чем в прошлом году. Новый облик обрели тротуары на всех комплексно благоустроенных улицах, а также на улицах Нововокзальной, Димитрова и многих других. Применение современных материалов и новейших технологий – одно из условий реализации дорожного нацпроекта. Так, новые люки смотровых колодцев – антивандальные и антишумовые. В части применяемых материалов в приоритете высокотехнологичные, например, смесь ШМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Устроенное покрытие отличается износостойкостью, способностью выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Гарантия 5 лет. Это да, это надо отдать должное. Дороги на самом деле стали более комфортнее. В последнее время видно, что дороги стали ремонтировать, дороги стали лучше, ездить стало безопаснее. Для удобства маломобильных граждан при выходе на пешеходные переходы устроены пандусы. Одна из основных целей реализации нацпроекта – снижение очагов концентрации ДТП. Для повышения безопасности участки оснащают необходимыми средствами организации дорожного движения. Установлены пешеходные ограждения, нанесена разметка, смонтированы и подключены светофоры, как, например, на улице Матросова, в районе перекрестка со Ставропольской, где поблизости располагаются учреждения образования. На многих отремонтированных дорогах устроены искусственные неровности для принудительного снижения скорости и недопущения наездов на пешеходов. В настоящее время идет подготовка к следующему дорожно-строительному сезону. Заранее сейчас готовим подрядчиков, чтобы они уже в 2025 год, так же, как и в прошлом году, уже за зиму закупали материалы, закупали необходимое оборудование, технику, готовили технику, и чтобы уже при наступлении положительных температур также вышли все
на работы по ремонту дорожной общей сети. В числе важных вопросов – синхронизация работ с ресурсниками. Ежегодно формируются списки участков инженерных коммуникаций, нуждающихся в ремонте до обновления той или иной дороги. Ресурсоснабжающие организации направили предварительный перечень своих объектов. Он сверяется профильным департаментом. В частности, в 2025 году на участке улицы Льва Толстого сначала переложат трубы теплоснабжения, а затем на территорию зайдет дорожный подрядчик. Отличительной характеристикой самарской дорожной ремонтной компании останется и взаимодействие с общественниками. С полным перечнем объектов, отремонтированных в рамках реализации нацпроекта, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Полина Чулюкова, Сергей Бастин, Николай Сидоров, Константин Головин. События.